А вот это Петра Порошенко начали прессовать. Как вы относитесь к этому? Вернется он в Украину? Порошенко? Вообще? Ну, не знаю. Зеленский на предвыборной кампании, когда на стадионе, он же говорил Петру Алексеевичу, что я ваш приговор. Ну, в принципе, может быть, это он начал выполнять. Приговаривать его? Приговаривать, да. Ну, у них свои разборки. В принципе, они знают больше, чем мы знаем. Ну, а вам Петра Алексеевича жалко, если его посадят? Чисто по-человечески, мне жалко всех. Но если есть какие-то доказательные факты, что он в чем-то виноват, то каждый должен за свои ошибки отвечать перед законом. Ну, я не судья, для этого есть суд украинский, есть законы, есть... ну, я же простой гражданин Украины. Вот если... я судить не могу человека не бездоказательно, это не моя... Ну, а вот если его посадят, вот что бы ему как передачу передали бы, если бы у вас была такая возможность? Не вот. Будет у меня такой возможности. Ну, а если бы... Ну, это опять же, это не хочу. Это сырника ему передали бы Львовского? Да, если бы он пришел на Майдан сегодня к нам, обязательно бы угостили, вот у нас. Ну, а в СИЗО ему перешлете? Нет, у него есть Марина, жена, Марина, да, жена Порошенко. Боитесь, что приревнует? Нет, зачем? У него своя семья, у меня своя семья, у каждого своя тема. Ну, жалко вам его.